Саня! С первой победой тебя! Спасибо! Отмечать идешь? Прости, но у меня другие планы. Ну, как знаешь. Братик! Привет, сестра. С победой! Спасибо. Привет. Здоров. Так, ладно, я спать. Не шумите. Саша, иди сюда. Я сплю. Не ври, быстро сюда. Иду. Что звала? Скажи, ты ведь мальчик? Верно? Сама как думаешь? Ладно, тогда скажи. Как влюбить в себя парня? Чтоб навсегда. Тебе-то это зачем? Это не мне, а Тане. Ей просто мальчик понравился. А он на нее ноль внимания. А я тут при чем? Ну ты же мальчик. И чё? Какой же ты тупой! Я не слепой. Это еще кто? Привет. Привет. Вы чего в пижамах? У нас пижамная вечеринка. Что-то не так? Да нет. Всё, хватит болтать. Побежали. Зашибись. Вы что там разбили? Убавьте звук. Вы можете выключить... Доброе утро. Доброе. Как спалось? Да, вроде хорошо. Что-то не так? Просто я помню, что уснула с Лерой. А проснулась утром на диване. Это я тебя на диван отнес.
Или ты хотела на полу спать? Нет-нет, спасибо! Завтракать будешь? Прости, но мне надо домой. Тогда в другой раз. Прошло 2 дня. Ну что? Ни пуха, ни пера? К черту! Саша! Что еще? Ты не виноват. Ошибаешься. Выигрывает вся команда. Значит, и проигрывает тоже вся. Да, но... Выигрывать приятней, чем проигрывать. Прости, мне нужно идти. Ты чего плачешь? Я экзамен завалила. И что? Можно же пересдать. А я сегодня финальный матч проиграл. Разве не команда проигрывает? Нет, именно я. Ты когда-нибудь видел закат? Только на фотках. А вживую? Нет. Тогда пойдем? Правда, красиво. Ага. Таня. Что? Дурак. Ты чего? Рассказывай. О чем? Как прошло твое свидание? Свидание с кем? С Тоней. Никак. Почему? Она же любит тебя. Меня? Да, она мне сама сказала. Ну, рассказывай. Почему просто не призналась мне? Я хотела, чтобы ты сам полюбил меня. А убежала зачем? Испугалась. Чего? Ладно, прости.
мини-фильм короткий, классный, мне понравилось. О, все потрясающе, мне все нравится, жизнь прекрасна. Всем спасибо за просмотр этого видеоролика, спасибо, что досмотрел это видео до конца. Конечно же, да, надеюсь на это. Если вам понравился этот мини-фильм, то обязательно подписывайся на канал автора, ссылочка, как всегда, находится в описании, всегда, абсолютно всегда. Если вам понравилась моя озвучка, то ставь лайк этому видео, оставляй свой комментарий, я обязательно его прочитаю, подписывайся на мой канал и все. Всем спасибо за просмотр этого видеоролика, спасибо, что ты есть, ну и всем пока!